Для каждой школы последний звонок – это особенный праздник. И все торжественные линейки уникальны по-своему. Но есть традиции неизменные. Одна из них – это чествование 11-классников, главных участников этого праздника. Школа научила их многому, но добрых слов никогда не бывает мало. Перед учениками третьей школы одной из первых выступила директор Наталья Железнова. Мы желаем вам всего самого хорошего. Мы всех вас очень любим. Мы надеемся, что всю вашу жизнь обязательно сложится. И оно не может быть иначе. Ведь вы – выпускники замечательной школы. Школы номер 3, которая стоит на таком красивом берегу великой реки Волги. Успехов вам, дорогие! Всего вам самого-самого хорошего. Ни пуха, ни пера на экзамены. Удачи! Среди почетных гостей в этот день депутат Совета депутатов города Конаково Александр Фигурин. Из года в год он отмечает последний звонок именно с воспитанниками третьей школы, напоминая, как важно не забывать года, проведенные за партой. Помните свою школу. Это самое главное. Помните своих первых учителей, помните своих учителей, которые вам дали знания. Потому что знания сейчас самое главное. Хочется пожелать, чтобы вы хорошо сдали все экзамены. Чтобы у вас в жизни все было прекрасно, и чтобы всегда у вас на пути было только солнце. Последний звонок – это праздник для всех, и для учителей, и для каждого школьника. Торжественная часть была богата на награды. Педагоги в этот день удостоились почетных грамот губернатора за высокий профессионализм и личный вклад в развитие образования Тверской области. Ученики младших классов получили похвальные грамоты, как главный стимул к дальнейшим успехам в учебе. Третья школа славится и своими спортсменами, и каждый ученик, который прославляет Конаковскую землю, удостоился в этот день и грамот, и медалей. Особую благодарность выразили и тренерскому составу, ведь во многом воля к победе ребят. Ребят, заслуга хорошего наставника. Креативные, веселые и находчивые, спортивные и энергичные – это все о них, на выпускниках. За них говорят не только полученные награды, но и те творческие номера, что они подготовили для учителей и школьников. Представление вернуло будущих студентов на 11 лет назад, к тем годам, когда они были в самом начале школьного пути. В день последнего звонка они вновь прошагали по каждому году учебы, вспомнив все радостные и печальные дни. Пора. Самый богатый период нашей жизни. Именно здесь каждый воспитанник сталкивается с первыми трудностями, обретает настоящих друзей. Школа учит нас не только правильно писать, но и жить. И об этих днях, даже спустя много лет, вспоминает каждый. Выпуск 2015. Они те, кто не боятся быть смешными. Они умеют радоваться жизни и с любыми трудностями справляются с улыбкой на лице. Каждый из них подарил школе частичку себя. Нет никаких сомнений, что их будут помнить здесь долгие годы. И двери родной школы будут открыты для выпускников всегда.